Идея концерта родилась давно, потому что мы уже неоднократно бывали на этой сцене. И к 10-летию нашего университета, и к 15-летию. И теперь, конечно, 20-летие прервалось наше выступление здесь из-за того, что пандемия началась, и 2-3 года мы не могли выступать на больших сценах. Но вот, к счастью, посол Казахстана пригласил весь дипломатический корпус, и мы подготовились Евразийским симфоническим оркестром, и вот приехали благодаря нашему Министерству культуры, которое нас поддержало по программе «Современное искусство Казахстана за рубежом». И я очень счастлива быть на этой сцене, потому что, прежде всего, хочется порадовать, ознакомить наших немецких слушателей с композиторами Казахстана, с произведениями композиторов Казахстана, потому что как бы для них это новая музыка, и многие сочинения неизвестны, и, конечно, хотелось бы, чтобы они тоже услышали звуки нашей родной степи широкой, и, конечно, прежде всего познакомились с нашей талантливой молодежью, с нашими солистами, и имели представление о казахстанской культуре. И, конечно, очень приятно, что здесь сегодня выступит и молодой композитор Ахат Абдысагин со своим произведением «Кубалас», а также прозвучат произведения наших мэтров Актуты Рымкулова, а также Еркели Рахмадиева, а также и Кашгалиева от леса, и ряд многих других сочинений, которые сегодня исполнили наши солисты, заслуженный артист Казахстана Талхат Мусабаев и лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Салтанат Ахметова. И мы неоднократно вывозим наших солистов, вокалистов, также и на других инструментах, и знакомим нашу публику с нашими национальными инструментами. Сегодня будет выступать ансамбль «Шабыт» на казахских народных инструментах «Домбре». И за дирижерским пультом стоит наш коллега, главный дирижер Днепропетровской филармонии Айдар Турыбаев. Концерт посвящается, прежде всего, 30-летию независимости нашей страны. И мы благодарны, прежде всего, Министерству культуры, посольству Казахстана в Германии и нашим, как говорится, коллегам, которые приложили очень много усилий для организации этого концерта. И, конечно, прежде всего, я хотела бы, пользуясь случаем, поздравить весь наш народ, сегодняшнюю публику с 30-летием независимости нашей республики. Это очень большая дата, за эти годы сделано немало достижений, которыми гордится не только наша страна, но, может быть, даже весь мир. Міне бұл концерттің өзі де бүгін еліміздің егемендігінің 30 жылдығының аясында өтіп жатыр. 30-летие независимости нам дало именно скачок сейчас, тем более во время пандемии. За эти годы под внутренним руководством наша страна проделала огромный путь от только что появившегося новорожденного государства до состояния одного из наиболее авторитетных игроков мировой политики. Мы страна не только кочевников, номадов, но мы страна артистов, акынов, певцов, музыкантов, поэтов. И я думаю, каждый из нас высоко несет внутри себя этот флаг независимости. И желаю вашему народу процветания, больших успехов. И поздравляю всех казахстанцев с 30-летием независимости Республики Казахстан.
Изначально, когда мы узнали, что нам предстоит тур с нашим Евразийским симфоническим оркестром, мы очень сильно обрадовались, так как мы очень сильно соскучились по концертам, по живым концертам. Это живые ощущения, живая публика, это совсем другое, чем же онлайн-концерт. И так получилось, что в связи с ослаблением у нас появилась возможность выехать. Конечно, мы очень сильно готовились к этим гастролям. Начиная с сентября месяца нашли упорные репетиции чуть ли не до отлета в Германию. Выступили в прекрасном зале, в зале Берлинской филармонии. Этот зал относится к одним из самых лучших залов мира. Там выступают только самые лучшие оркестры мира. И нам попала такая честь, что мы выступили буквально несколько дней назад. Сейчас наш гастрольный тур продолжается. Завтра мы будем свое искусство дарить турецкой публике. Это очень прекрасная возможность для молодых музыкантов проявить себя. Это мотивация, чтобы они больше усовершенствовались и занимались музыкой. Программа у нас была более праздничная, так как у нас в этом году отмечаем 30-летие нашей независимости. Мы привезли самые лучшие номера. На концерте в Анкаре, помимо казахских произведений, мы также будем играть творчество европейских композиторов. Вот. И я еще не знаю, что за зал будет, но нам очень хвалили этот оперный театр, сказали, что там тоже волшебная акустика. Поэтому я думаю, что все пройдет отлично. Я считаю, что цель нашей поездки – это прославлять культуру нашего народа, Казахстана, чтобы еще больше народов мира, людей узнали о нашей республике, вот, чтобы знали, какие прекрасные музыканты у нас есть, вот, и восхвалять нашу Родину. Я думаю, что через музыку мы передаем мотивы нашего казахского этноса. Мы продвигаем культуру Казахстана за рубежом. Еще больше людей узнают о таком государстве, Республике Казахстан. И также мы восхваляем нашу Родину. Хочется для нашей независимой страны пожелать процветания, чтобы у нас в стране все было все лучше и лучше. Благополучие, развитие, мирное небо над головой. Мира, чтобы все было прекрасно. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тезірек осы індеттен барлығымыз айырылып, тек қана алға ұмтылып жүре берейік. Осылай бірлігіміз, татулығымыз артып, әрқашан отандастарымызды әлемнің қай бұрышында болмасын бірге қолдап жүрейік. Барша қазақстандықтарды, отандастарымызды шын жүректен құттықтаймыз. Еліміздің бірлігі мығым болсын, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын, Қазақстан тәуелсіздігі мәңгілік болсын, еліміз жасай берсін, өркендей берсін, өсе берсін, өне берсін деп тілектерімізді жеткіземіз.